На Ставрополье продолжается масштабное обновление медицинских учреждений. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем телеграм-канале. Глава региона отметил, после капремонта возобновила работу первая поликлиника Георгиевской районной больницы. Кабинеты медучреждения преобразились, также в здании поменяли коммуникации. Поступило в поликлинику и современное оборудование. Это аппараты ЭКГ, рентген и приборы для физиолечения. Владимиров отметил, что в этом году в крае отремонтируют еще 6 поликлиник в Апанасенковском, Буденновском, Ипатовском, Курском, Минераловодском и Петровском округах, а также районную больницу в Степновском округе. В Кисловодске завершается реконструкция корпуса первой школы. Сейчас там выполняют внутреннюю отделку помещений, красят стены в столовой, спортивном и актовом зале. Позже в образовательное учреждение закупит современное оборудование, сообщили в региональном министерстве образования. Ремонт проводят по нацпроекту образования. В селе Крымгиреевском в этом году возведут врачебную амбулаторию. В здании разместятся кабинеты терапевта и фельдшера-акушера, лаборатория, прививочная и процедурная комнаты, сообщили в региональном Минздраве. Позже закупят современное оборудование. Работы проведут по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. В Слепадинском благоустраивают парковую зону. Там оборудуют детские игровые зоны, установят арт-объекты, лавочки и урны, сообщили в региональном Миндоре. Также сделают пешеходные дорожки и проведут систему уличного освещения. Работы проводят по проекту формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Завершить благоустройство планируют к концу лета.